Софа. Видите, у них они ночные животные, поэтому днем они спят, а ночью у нас тут такое творится. Шкодная, но добрейшая. Так отзывается новая хозяйка Иноти Сонечки. За судьбу этой красавицы до сих пор волнуется весь Алтайский край. Больше месяца назад посетители зоомагазина пожаловались на якобы нечеловеческие условия, в которых вынужден жить зверек. Особая претензия была к клетке, которая, по мнению жителей, слишком тесная. Спасать животное даже приезжали представители хоккейного клуба «Динамо Алтай». Соню готов был принять зоопарк. Но управляющая магазином, цитата, была юридически не уверена в покупателях. Продавать отказалась. Люди, кто-нибудь в поддержку, скажите слово, потому что этим людям доверять животное нельзя. Оно просто погибнет в том же самом зоопарке. Оказывается, управляющая самых честных правил. Покупателя выбирает с пристрастием, видимо, тому, кому доверяет. Таким покупателем стала жительница Рубцовского района Татьяна. О страданиях сов женщина узнала случайно, ей рассказала знакомая. Остаться равнодушной не смогла. Животных очень любят, в доме их у нее много. И тоже уверена, что в зоопарк им нельзя. Они не хотели отдавать в связи с тем, что в зоопарке уже как бы однажды погибла ихняя обезьянка, которую также за волонтеры хотели спасти. Выкупили они ее, по-моему, отдали в зоопарк, через 2 месяца она у них умерла. То же самое было бы с Софой, она бы просто не пережила этих морозов. Поэтому пришлось ее забирать. Абсолютная чушь. На улице енотов зимой никто не держит. Если имеется в виду уличный зоопарк на улице без теплого содержания, тогда да, тогда я согласна, он бы, конечно, погиб. Если бы это было теплое помещение, у них ведь в зоопарке есть и теплые помещения, то абсолютно ничего страшного бы не случилось. Обсуждать условия выживания в зоопарке, наверное, уже не имеет смысла. Сонечки у Татьяны явно лучше, чем где бы то ни было. Большой вольер, качели и вкусняшки. Кстати, как только Соня увидела гостей, тут же похвасталась своей хозяйственностью. Очень. Ну, вот называется енот полоску. А еще полуторагодовалая Соня любит похулиганить, рассказывает Татьяна. Во время прогулки по дому заглядывает в мусорки, вскрывает линолеум, грызет провода. У Татьяны живет еще один енот Антоша. Правда, Соня сразу показала, кто в вольере хозяин. Они уже подружились. 3 дня она сидела одна в вольере. Он вот здесь в клетке сидел. Естественно, клетку она подтащила к себе, к вольеру. Тут вообще такие вещи творит. Такая сильная девочка. Если к новому дому и другу Соня привыкла, то к новой хозяйке пока нет. Иногда может и цапнуть. Вот, видите, вот. Все поняла. Поняла. Юр, кусанула. Пока еще к Соне не нашли подход. Потребуется минимум полгода, чтобы она привыкла к новым людям, считает Татьяна. Тем более сейчас зверьку вдвойне тяжело. В зоомагазине Соня прикипела к одной из сотрудниц и теперь очень по ней скучает. Валентина Аскерова, Николай Шилко. День с толком.